Наблюдаемые сейчас попытки Еревана использовать Тегеран для того, чтобы Иран таскал каштаны из огня для Армении и чуть ли не развернул боевые действия против Азербайджана, иллюзорны. Как передает Ахарас, таким мнением поделился военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко. По его словам, в Тегеране не дураки сидят. Обслуживать армянские интересы, а тем более исполнять армянские хотелки, в Иране никто не будет. Мне приходилось бывать в Иране и знакомиться с работой ведущих иранских мозговых центров, в том числе работающих на Министерство обороны и КСИР. Так что я знаю, о чем говорю, понимая, как осуществляется иранское военно-политическое планирование и реагирование. Отметил российский эксперт. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.